That's right. Yes, dog's eye. Нас получится ли у меня, попробуем. Алексей, ну скажи микрофону, это правда добрый. Now, could we ask Alexei to say the same thing? Не знаю, получится ли у меня, но я попробую. Что? Wow. You know what, that the line that we have with the girl, the line that we have with the girl with her. Ángel, siempre haces eso cuando has caído del cielo. Теперь я пожалел, что я не женщина. Антонио. Мне было легче, мне был у Антонио более низкий голос, но когда он кричал, а может быть что-то погромче, как мы это делали? Maybe we should do something maybe louder. Вот этот момент, это внимание, внимание, дамы и господа. Когда он представлял себе мое сексуальное тело, прекрасный профиль. Oh, no, when you were introducing this sexual body, you know, this great profile, and should we do that? Oh, there he goes all the way up like this. Не-не, таким. Hey! Жигурду дал. It is bogus weapons. It is hard for the angels. Check this out. Yeah, we were very crazy when we do these things. Да, мы сходили с ума, когда мы работали. Ну, многие из наших артистов так даже не поют. Это правда. That's true. But anyway, I would like to add actually that today I did a couple of interviews and people was referring about something that I actually didn't think when we were making it. Сегодня у меня было несколько уже интервью, и вообще говоря, некоторые журналисты, они указали на такие моменты, о которых мы, собственно говоря, даже не думали, когда работали над этим фильмом. And it's the fact that actually the character that we are presenting has something to do with the Spanish mythology. Going back to the times in which Cervantes wrote Don Quixote. Журналисты, они указали мне на то, что есть определенное сходство между героем нашего фильма и испанской легендой, испанской мифологией, временами, когда Сервантес писал своего Дон Кихота. Why? Because in reality we have a very, very romantic character in an universe that is not romantic at all. В чем сходство? Сходство в том, что и там герои романтики, которые живут в мире, абсолютно лишенном романтики, романтизма. You're trying just to tell a fairy tale. It's as simple as that. Without pop references or anything like this. It's just the story of a kid who actually is confronting the world in which he is living in order to pursue a dream. Мы пытались рассказать очень простую историю, простую сказку о мальчике, о молодом человеке, который пытается вступить в бой с той реальностью, которая его окружает, чтобы осуществить свою мечту. This is pretty much the story of my life, actually. Вообще-то, вот это в двух словах история моей жизни. We have to have an adventure movie with humor, a certain responsibility because we are talking with kids. Ну и еще один очень ответственный момент для нас. Нам нужен был фильм, который был бы наполнен приключениями и юмором. Почему? Потому что мы работаем для детей, для детской аудитории. And in some way educate them while we are entertaining them. И еще нашей целью было преподнести им урок, научить их чему-то одновременно, не забывая о том, чтобы мы их развлекали. So we try to provide the movie with certain values and principles. Поэтому мы наполнили фильм определенными ценностями и принципами. Honor, loyalty, and the capacity to actually try to fight yourself, no matter what the obstacles are in the middle. Что это за принципы, что это за ценности? Честь, верность и стремление найти себя, найти свой путь
несмотря, вне зависимости от того, какие ради этого тебе предстоит преодолеть препятствия. In a very naive way, we are seeing the story.